Впервые в истории навигации зимой атомный ледокол «Сибирь» повел караван судов из Мурманска курсом на полуостров Ямал. Новейшее оборудование и вычислительная аппаратура помогли экипажу преодолеть тяжелые льды в районе Карских ворот. К месту назначения караван пришел в рекордно короткий срок. Здесь нет причалов. Выгрузка ведется прямо на лед. И никаких дорог здесь нет, кроме ледовых. Но есть сокровища в недрах этой холодной земли. И есть первопроходцы, способные на каждодневный подвиг. Теперь они получили все необходимое, чтобы штурм крупнейшего на севере газового месторождения начался.